Привет, друзья! Вот вам опять мой горячий вечерний репортаж с места событий. Сегодня у нас 1 марта. Наш замечательный Хайлоу Уайт, самый южный остров на юге Англии. Вот я вам показываю, что у нас происходит. Вот у нас занесло снегом все, друзья. Все заснежилось. И целый день идет снег, валит. Вот так вот машины выглядят все. Вы знаете, может быть, далековато это и без проблем. Вот самое интересное, что, наверное, для россиян это без проблем. А у нас это все... Это просто катастрофа. Вот завтра, насколько я понимаю, сегодня, видите, все заснежило. Это только сегодня первый день. Вот такой снег у нас выпал 1 марта на острове Hollow White. Но это ситуация катастрофическая. Как я уже сказала, в Лондоне и в Шотландии там вообще снег. Идет уже третий день, их всех замело. И не работают аэропорты, отключены очень многие, отменены рейсы. Вот такая вот катастрофа происходит, если случаются вот такие вот катаклизмы. Если снег выпадает, его никто здесь не ожидает. И это вот так вот выглядит. Поэтому, друзья, вот может быть, вам кажется, что это все так без проблем. Мы можем это видеть каждый день в нашей заснеженной зимней России, но здесь это, вы знаете, это просто катастрофа. Вот насколько я знаю, такой снег. Я здесь живу уже практически 8 лет. И здесь такой снег, вот на мою бытность, он только лишь второй раз выпадает вот такой. То есть, и при том, если учесть, что это 1 марта, то это вообще, наверное, какой-то очень странный, вы знаете, такой изгиб погоды, скажем так. Ну вот, друзья, тем не менее, вот я вам показываю, хоть и вечером это все. Я иду сейчас из гостей. Я немножко отдыхала со своими друзьями. Утреннее видео я вам тоже показала, можете посмотреть. Вот, но сейчас снега нападало еще больше. Снег везде, и он продолжает идти. Конечно, не завалило, скажем так, старушку Англию. Но, тем не менее, вот такая вот погода, она очень необычная, она очень непривычная для Англии. И, вы знаете, это интересно. Вот видите, сейчас все у нас пустынно. Вот у меня даже некоторые спрашивают, а что такие улицы пустынные? Хотя сейчас только 7 часов. Хотя, конечно, видите, темно. Кажется, что ночь практически кромешная. Но времени всего только 7 часов вечера. Никого нет. И машины, в общем-то, редкие ездят. А знаете почему? Потому что для них это, я же говорю, катастрофа. Вот когда выпадает вот такой снег, то у них стараются люди не выезжать вообще. У них ни шин зимних нет, ничего такого. Они к этому абсолютно не приучены, не привыкли. И поэтому они стараются отсидеться дома. Вот в такую погоду практически выезжают люди только те, которым... Это очень необходимо, скажем так. А в основном вот так вот пустынно все это выглядит. Ни люди, ни машины не ездят, друзья. То есть вот для Англии это, в общем, практически катастрофа. Вот так, друзья. Я думаю, что, скорее всего, этот снег, конечно, уже к утру растает. Ну, посмотрим, будем наблюдать. Хотя я же говорю, что по сводкам погоды BBC нам обещает вот такой вот снег, вот такой вот мороз. Минус 5 у нас сейчас. И это только на нашем юге. А там на севере, в Шотландии, минус 12 опять же. Поэтому будем смотреть, как это все дальше у нас будет выглядеть. Интересно даже, вы знаете, вот такие вот вещи, они происходят очень редко, и поэтому они интересны, и поэтому я их засняла вам на видео. Вот так. Все люди по хаткам, все люди спрятались. Редкие машины.
Хотя, вы знаете, это Main Road, центральная дорога. Машин обычно много на ней. Вот сегодня, вот видите, все машины предпочитают оставаться на стоянке. Вот их тут бедных снегом занесло. Но они никуда не двинутся, пока это все не растает, друзья. А мы будем наблюдать. Вот так. Пока-пока.